Пошаговая инструкция по прививке винограда осенью. Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальные зимой. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Зачем прививать виноград осенью? Растения чаще прививают под зиму, хотя практикуются весенние и летние прививания. Основная причина проведения процедуры именно в это время года – желание получить ранний урожай уже в следующем сезоне. Преимущества и недостатки осенней прививки. Еще несколько преимуществ. Культура становится более устойчивой к засухе, повышенной влажности, засолению почв, а также к виноградной тле, филоксере. Мероприятие повышает урожайность, повышается размер и количество ягод на гроздьях, если материал для размножения подобран правильно, уменьшается срок созревания гроздей. Виноградные кусты становятся компактными, когда удается привить на подвой сразу два чубука, старый куст омолаживается, увеличивается срок жизни и плодоношения. Недостатки привитых саженцев – низкий выход привитых стандартных саженцев из школки, редко более 50%, большое количество некачественного. Срастание привоя и подвоя, неполного или одностороннего, возможны выпады кустов из-за отторжения привоя, кусты, поврежденные морозом, не восстанавливаются из-за растущей подвойной поросли, хрупкость привитых насаждений, часто ломаются, когда укладывают их на землю при укрытии на зиму. Привитые саженцы более капризны, чем корнесобственные, и нуждаются в более тщательном уходе, однако результат в виде повышения урожайности и устойчивости культуры себя оправдывает. Сроки проведения процедуры. Осенью оптимальное время для размножения винограда – окончание вегетационного периода, то есть октябрь или начало ноября. Тогда еще достаточно тепло, температура воздуха держится в пределах плюс 15 градусов, а грунта не менее плюс 10 градусов. Целиколировка повышает качество виноградной лозы за счет объединения лучших качеств растения привоя и куста подвоя. Виноградари используют прививание для разных целей: заменить сорт на новый без посадки саженца, воспользовавшись уже развитой корневой системой, не выкорчевывая куст, который не дает новые побеги по причине вымерзания, выпривания, повреждения грызунами и дыре. За два сезона восстановить зеленую массу. Быстро размножить редкие или дорогостоящие сорта. Снизить предрасположенность к заболеваниям. Увеличить морозоустойчивость винограда, используя выносливые к холодам подвои. Повысить переносимость некоторых сортов неподходящих им почв, слишком кислых, известковых, засушливых или, напротив, с высоким уровнем грунтовых вод. Привить к одному подвою сразу несколько чубуков разных сортов, это не только экономит место, но и декорирует виноградники, в которых появятся грозди, отличающиеся по цвету, форме. Улучшить вкусовые и внешние качества ягод. Определенные комбинации подвоя и черенка способны влиять на вкус и размер виноградин. Подготовка привоя и подвоя. При подготовке материнского куста к процедуре его аккуратно срезают. Оставляют только штамп высотой 8-12 см. Срез должен быть чистым от гнили, признаков других болезней, следов поражений насекомыми. Штамп очищают от коры, пыли, грязи и обрабатывают 1% раствором медного купороса, после чего к нему прикасаются только стерильными инструментами. Срез штамба должен быть ровным и гладким. Для качественной прививки любого сорта нужно правильно подготовить черенки. Их заготавливают в конце октября или начале ноября с учетом таких рекомендаций. Мероприятие проводится до начала заморозков. Тщательно выбирают здоровый высокоурожайный куст. Лоза на нем должна быть зрелой, иметь жесткую кору желто-коричневого цвета. Нарезают чубуки привои длиной 10-20 см. На каждом из них оставляют по 2-3 глазка, аккуратно очищая от усов и пасынков. Затем чубуки сутки выдерживают в растворе гетероуксина, стимулятора роста, 0,1 грамма на 1 литр воды. После подсушивают и обрабатывают парафином. Он защищает черенок от пересыхания, улучшает его приживаемость. Чубуки окунают на несколько секунд в растопленный парафин, а затем быстро опускают в холодную воду. Если процедура прививания планируется на зиму или весну, привои хранят в яме, присыпав песком или в холодильнике при температуре не выше плюс 5 градусов. Чтобы получить качественный материал для прививки, не используйте верхнюю часть виноградной лозы, а также поврежденные, тонкие или кривые чубуки. Собака начинающим виноградарям. Прививка винограда.
Сроки watch this video on YouTube, как правильно привить виноград. В осенний период растение чаще прививается в расщепленный штамп на тот куст, который в последние годы дает плохой урожай. Успех процедуры зависит от правильности выполнения расщепа и подготовки чубуков. Описание разных способов для осени. Самым эффективным методом считается прививание в штамп куста. Штамп – небольшая часть ствола, до 15 см, расположенная выше корня над землей. Этот метод применяется в тех случаях, когда не требуется формирование собственной корневой системы у привоя. Процедура начинается с подготовки инструмента. Понадобится продезинфицированный в марганцовке или спирте острый нож и секатор. После обработки их нельзя класть на землю. Также потребуется молоток, бинт, шпагат и медный купорос. Далее все выполняется по такому алгоритму: нарезают чубуки из нижней части стебля под острым углом. Такой же срез выполняют и с другой стороны черенка. В результате получается двусторонний заостренный конец в виде клина длиной 2-4 см на расстоянии 1-1,5 см от нижней почки. Черенки сразу же погружают обрезанной стороной в воду. Руками к срезам не прикасаются. В штамбе топором делают расщеп, глубина которого соответствует длине срезанной части привойного черенка. В других случаях расщеп выполняют иначе: в центр спила приставляют отвертку и вбивают молотком до требуемой глубины. Черенок вставляют в отверстие так, чтобы нижняя почка оставалась снаружи, а камбиальные слои привоя и подвоя накладывались друг на друга. Если у подвоя большой диаметр, то в него обычно вставляют еще один чубук. Оставшееся пространство забивают туалетной бумагой, предварительно размоченной в воде. Подвой с привоям плотно притягивают при помощи бинта, упругой пленки или полос ткани. Дополнительно место прививки фиксируют шпагатом. Для сохранения влаги и защиты от морозов место прививки дополнительно обкладывают глиной и оборачивают тканью. Затем почву околокорневого круга разрыхляют и поливают. После того, как вода уйдет в грунт, штамп куста подсыпают землей так, чтобы прививочные места остались над поверхностью. В качестве укрывного материала берут 5-литровую бутылку с обрезанным горлышком и в перевернутом виде устанавливают на штамп с прививкой. С наступлением весны укрытие снимают постепенно. Если погода теплая, емкость на несколько часов приподнимают, после чего устанавливают обратно. Так, в течение месяца растение адаптируется к новым условиям, и тогда укрытие убирают окончательно. Осенняя прививка в штамп куста. Watch this video on YouTube. Еще в осенний период прививку делают в корень. В этом случае штамп находится под землей. Максимальная глубина составляет 10 см. Способ отличается только высотой, на которой выполняется соединение. Порядок действий следующий: вокруг штамба куста убирают землю на глубину 15-20 см, очищают подземную его часть от старой коры. Корнештамп спиливают выше верхнего узла на 6-8 см. Затем раскалывают на глубину 5-6 см и вставляют заточенные с двух сторон один или два черенка почками наружу. Щели и место прививки замазывают глиной, оборачивают тканью или пленкой и аккуратно засыпают грунтом на 6-7 см выше почек привоя. Затем хорошо поливают и сверху засыпают новым грунтом. На зимний период привитые растения укрывают сеном или соломой, а сверху накрывают иловыми ветками. Прививка зеленым в зеленое – наиболее быстрый и легкий способ, который не нуждается в предварительной подготовке. После среза чубуков их сразу же прививают к кусту. Обычно используется способ капулировки, когда привой и подвой имеют одинаковую толщину. Основное условие – выполнить процедуру максимально быстро, чтобы срезы не успели подсохнуть. Для снижения количества испаряемой влаги листья обрезают наполовину. Приклад – подходящий способ прививки для теплых регионов с недостаточным уровнем влажности. Процедура также отличается простотой. С выбранного привоя снимают часть коры с почкой и прикладывают к такому же срезу, выполненного на подвое. Чем лучше срезанные части совпадают по размеру, тем лучше качество срастания. Если через несколько недель привитый черенок дал набухшую почку, следовательно, технология выполнения была правильной. Капулировка – более сложный, но максимально надежный метод. Толщина привоя и подвоя должны быть одинаковыми для лучшего совмещения слоев камбия. Прививка винограда в расщеп рукава. Прививка винограда черным в зеленое в теплице.
HD видео on YouTube ошибки, которых следует избегать. Иногда черенки не приживаются из-за ошибок, которые совершили при выполнении процедуры прививки. Самые распространенные из них – разные сроки созревания и сила роста у подвоя и черенка. Слишком глубокий расщеп. В широкую щель попадает влажный воздух, из-за чего появляется гниль. Срез выполнен тупым инструментом, поэтому получился шероховатым и на нем образовались бактерии. Черенки не обрабатывались парафином, в результате потеряли большое количество влаги, высохли и не прижились. Из растений обильно вытекает сок, следовательно, место прививки перетянуто слишком туго. Это негативно сказывается на приживании черенка. Дальнейший уход за привитым виноградом. При соответствующем уходе за привитым виноградом уже в следующем сезоне можно получить с нового куста богатый и вкусный урожай. Для этого опытные садоводы выполняют следующие действия: над молодым растением устанавливают защиту. Оптимальный вариант – пластиковая бутылка с обрезанным дном. Привитый виноград регулярно поливают и окучивают. Нельзя допускать как пересыхание, так и переувлажнение грунта. Наблюдают за растением. Если через 2 недели молодые побеги не появились на привитом черенке, делают перепрививку. Осенью растение подкармливается фосфорно-калийными минеральными удобрениями. Весной укрытие снимают, рыхлят почву вокруг куста. Проводят подкормку органическими или комплексными минеральными удобрениями с преобладанием азотной составляющей. Заключение: если отнестись к процессу прививки ответственно и следовать инструкции, вы обязательно добьетесь желаемого результата. Прививка делает растение более устойчивым к внешним факторам и повышает урожайность. Главное – обеспечить растению оптимальные условия и грамотный уход после прививания. Осенняя прививка винограда HD с видео on YouTube.